впервые за более чем 10 лет, в течение которых у Украины ведущие военные действия против агрессора в одиночку, впервые появился настоящий реальный военный союзник. Это Израиль, который ведет теперь не только идеологическую, пропагандистскую, информационную, дипломатическую, политическую борьбу гибридными средствами, но и борьбу конвенциональными боевыми средствами против одного из важнейших союзников путинской России – Ирана. Главные уроки для Украины, вытекающие из ответа, сделанного Израилем на агрессию Ирана. Эти пункты неоднократно назывались в последние годы, в том числе даже до начала широкомасштабной агрессии Путина против Украины, начавшейся 24 февраля 2022 года. Но в свете того, что мы только что видели, как на подобные рода агрессии отвечает Израиль, а эти уроки приобретают новое звучание. Важнейшими инструментами обеспечения свободы, суверенитета, независимости, территориальной целостности государства и выживания народа, подвергшегося агрессии, являются: первое. Соблюдение важнейшего принципа. Национальные интересы являются безусловно приоритетными по сравнению с любыми советами, рекомендациями, даваемыми друзьями, союзниками и кем бы то ни было еще. Национальные интересы заслуживают того, что можно идти и нужно идти, в том числе и против любых рекомендаций союзников и друзей, если необходимо защищать выживание собственного народа. Второе. Необходимо захватывать и удерживать стратегическую инициативу на поле боя. Для этого можно пользоваться различными инструментами. Третье. Создание, поддержание в условиях как мира, так и войны, высокой степени боеготовности многочисленных и мощных вооруженных сил, способных дать отпор любому агрессору и нанести ему неприемлемый для него ущерб. Четвертое. Нанесение неприемлемого для агрессора ущерба означает создание, наличие, поддержание высшей степени готовности оружия возмездия. Пятое. Нанесение агрессору неприемлемого ущерба означает обязанность у страны, у такого государства, иметь в наличии средства доставки оружия возмездия, позволяющие по своей дальности покрывать всю территорию агрессора, а по своей мощности способные же уничтожить или нанести неприемлемые разрушения любому объекту, находящемуся как минимум на поверхности этой территории. Шестое. Необходимо наличие производственной базы, способной обеспечивать национальные вооруженные силы основным ассортиментом боевых средств вооруженной борьбы и находящаяся производственная база вне пределов досягания средств поражения агрессора. Наконец, последний пункт – это наличие реальных союзников, не только и не столько входящих в формально существующие блоки, на практике не способные оказать жертве агрессии необходимую помощь, но союзники в виде государств, жизненно не менее чем жертва агрессии, заинтересованных в недопущении такой агрессии до ее начала, а в случае осуществления заинтересованных жизненно в ее отражении, а также в окончательном разгроме агрессора, что является единственным способом обеспечения реальных гарантий невозобновления агрессии в среднесрочной перспективе.